Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. АвтоВАЗ запустил производство обновленной «Лады Веста», самой продаваемой новой легковушки в России в 2021 году. В названии машины появилась приставка NG, что значит New Generation. Хотя ни о каком новом поколении речь, конечно, не идет. Это обычный рестайлинг, подразумевающий, к примеру, изменение формы бамперов, радиаторные решетки и оптики. Оптика, кстати, в более дорогих комплектациях будет светодиодной. Что касается внутренних изменений, то они пока не перечисляются. Ранее упоминалось о цифровой приборной панели, но опять-таки далеко не в базовой версии. Моторы у Весты будут прежние, мощностью 106 либо 113 лошадиных сил. Сейчас минимальный заводской ценник модели 863 тысячи рублей. Трасса 101. Выезжал из заснеженного двора, торопился, зацепил чужой автомобиль. Решил оставить записку с номером телефона. Ну, я же добропорядочный гражданин. И уехал. Ни о какой добропорядочности речи тут быть не может, напомнили в госавтоинспекции. Оставляй записку, не оставляй, все равно это будет считаться оставлением места ДТП. Наказание – арест, либо лишение прав. Так что инспекторы советуют только одно – смириться с участью, забыть про все дела на ближайшие часы, остаться и оформить происшествие по закону. Трасса 101. В феврале более двух десятков автопроизводителей снова увеличили цены на свою продукцию. Уровень повышения, как и прежде, казалось бы, небольшой, в среднем 2-3%. В реальности речь идет о нескольких десятках тысяч рублей. Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Skoda, Subaru, Geely и прочие. Их коллеги сочли, что держать стоимость на прежнем уровне невозможно. В результате начальная заводская стоимость наиболее популярных иномарок сейчас такая. Solaris 1 миллион 5 тысяч рублей, Creta 1 миллион 350 тысяч, Rio почти 1 миллион, Logan 762 тысячи, Duster 1 миллион 175 тысяч рублей. Трасса 101. Говорят, женщины отличаются непоследовательностью, пресловутая женская логика. Мужчин, как выяснилось, тоже можно упрекнуть в чем-то подобном. Смотрят на сайте одни автомобили, а покупают другие. Такими выводами поделились аналитики одного из популярных порталов по подбору транспорта с пробегом. К примеру, в 2021 году представители сильного пола чаще всего изучали объявления о продаже Renault Duster, а приобретали при этом Hyundai Creta. Вот другие пары: Skoda Kodiaq, Hyundai Solaris, Mitsubishi Outlander, Cherry Tiggo 7 Pro или еще забавнее Volkswagen Tiguan, Kia Rio. Совпадение в первой пятерке только одно – у Haveil F7. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. «Трасса 101».